Караганде отмечает столетие Куляш Байсеитовой. Музыкальный фестиваль, посвященный именитой казахской певице, пройдет в концертном зале «Шалкыма». В списке приглашенных гостей – семья великой артистки СССР, заслуженные деятели Республики Казахстан. Что еще ожидает карагандинцев на праздничном мероприятии, расскажет Дана Марат. Пресс-конференция прошла с участниками юбилейного мероприятия. Это дети и последователи артистки, заслуженные деятели искусства. В культурном наследии страны великая артистка прошлых лет оставила после себя немало. Вы знаете, во-первых, начиная буквально с малых лет, я все время была в театре. Я слушала все оперы, смотрела все балеты. Естественно, в связи с этим вот от видения культура совершенно... Восприятие культуры совершенно по-другому происходит. Вот тогда я была просто влюблена в балет. Во время конференции дети и родственники великой певицы делились яркими воспоминаниями из своего детства. Для многих из них Куляш Байсеитова является первым учителем в творческом начинании и большим примером в трудовой деятельности. Об этом с гордостью рассказала одна из последовательниц артистки Нуржамал Усенбаева. Это большой праздник, столетие Куляш Байсеитовой на ее родине. Это огромный праздник. Я счастлива, что я приехала сюда, что свою лепту могу внести. Потому что Куляш Байсеитова для меня это как такой некий символ, который лейтмотивом проходит через все мое творчество. Также участникам конференции стало известно, что родственники певицы хотят открыть музей имени Куляш Байсеитовой. Личные вещи и украшения переданы в музей, отмечает ее дочь. Однако, как выяснилось, позже это все куда-то исчезло. Есть предположение, что имущество певицы были переданы в государственные музеи. И вот теперь, наверное, будет стоять вопрос о том, чтобы действительно надо открыть музей имени Куляш Байсеитовой, посвященный ей. Куляш Байсеитова – женщина-легенда. Ее имя славилось не только на весь Союз, но и далеко за его пределы. Появление Куляш на небосклоне оперного искусства в Казахстане было подобно вспышке яркой звезды. В честь великой женщины грандиозные концерты не только на ее родине, но и в других городах, где имя певицы чтят и помнят. У нас здесь представители нашего государства, России, Азербайджана, участники, поэтому и мы, наверное, у нас будет она постоянно как международный фестиваль классической песни, значит, Куляш Байсеитова. Дана Марат, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.